Всем привет, друзья мои! Сегодня пятница, день Венеры, встреча у нас. И у меня столько сюрпризов. Настроение хорошее, с девочками встречусь. Погода тоже радует, солнышко. Я думаю, что сегодня будет классно. Не знаю, кто придет, не знаю. Но пусть придет даже 1-2 человека, и это для меня уже праздник счастья. Так что покажу вам наших девочек, мои дорогие. Смотрите, сколько кисок. Посмотрите, ты тоже хочешь фитнес? Ты тоже хочешь кисуля? А уточки? Давно я не показывала вам уточек. Давно я не показывала. А киса какая, вы смотрите, хорошая. Ласковая киса. Да, поговорите. Извините за беспокойство, за вторжение в вашу территорию. Я вас не трону, я только поснимаю вас чуть-чуть. Покажу моим зрителям. Вы не против, друзья? Вот мужчина сзади идет, подумает, с кем она разговаривает. Набережная Катюша моя сидит одна, самая первая. Смотрите, какое море сегодня спокойно. Это на нашу набережную. Смотрите, девочки. Боже, когда наступит тепло. Я так соскучилась по набережной. Просто сейчас очень холодно. Очень холодно выходить. Никакого нет желания. Но благодаря йоге я выхожу зимой, а то личен. В прошлом году я сидела дома в это время. Короче, музычку, друзья. О, а ты взяла мои. Это? Конечно, конечно. У нас, смотрите, как начинается йога. Девочки, привет! Привет! Йога начинается с кофе питья. Мы так соскучились по нашим общениям за 2 дня, да? Какой у нас стол вообще? Просто красота. Красота, действительно. Прыгай, Катюша, согреешься. Давай. Подожди. Сейчас можно присесть. Руку подставьте себе под коленко. Thank you.
вести, даже если мир уходит из-под ног, и даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра. Нене, чечек из тыды налмак. Друзья мои, посмотрите, что принес мой Ашкым. Принес мяска. Я так хотела мясо с косточкой. Буду завтра, вот отложила себе, а это на другой раз. Купил он, значит, килограмм фарша и купил вот 3 упаковки. И потратил у мясника 264 лиры. Килограмм косточек с мясом, фарш и так далее. Макароны купил. Макарна нек одеген, кач. 7 или 8 лир, вы понимаете? Раньше было вообще копейки. Принес, смотрите, что горький шоколад. Знаете, что я люблю? 50% здесь этого шоколада. Очень вкусно, я поела. Еще купил он по 3,5 лиры мандарины и 6 лир килограмм стоит яблок. Вот такие покупочки мой муж сегодня сделал. А тут я подогреваю себе капусту, буду кушать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.